Больше миллиона казахстанцев смогут объявить себя банкротом. При этом у 95% из них есть возможность оформить процедуру онлайн. Прием заявлений начнется уже в марте этого года. Об этом сегодня на семинаре сообщила вице-министр финансов Ержан Биржанов. По его словам, в стране будут действовать три вида списания долгов. Это внесудебное, судебное банкротство, а также восстановление платежеспособности. Это не акция по списанию кредитов, это не акция по списанию какой-либо задолженности перед третьими лицами. Да? Человек, гражданин должен осознавать, что банкрот – это условно энная черная метка. Много вопросов возникает относительно стоимости, да, вот по банкротству. Почему она не изымается из процента имущественной массы? Мы, учитывая, что это граждане, это не юридические лица, это не задолженность по бизнесу, мы должны учитывать состояние наших граждан. Если мы укажем, например, да, от квартиры 10% или 20%, это, конечно, будет большой нагрузкой, и на эту процедуру никто не пойдет.